Это было наше любимое место с отцом. Мы часто сюда приезжали. Не надо быть как я. Будь лучше, чем я. Деньги делают все. Я же чувствую, что что-то произошло. Он всегда звонит, когда задерживается. Че надо? Как кайфово. Наслаждаться жизнью, когда ничего не имеешь. И как херово, когда можешь себе позволить все. Путь открыт. Не стоит сомневаться в своих планах. Так вот и я не буду менять свои планы. Я думал, вы обо мне забыли. Тебя забудешь. Убивать буду. Это не выход. А ты помнишь, что должен меня охранять? Да, конечно.